Премьера 23-й серии «Бондиана» началась с музыкально-светового флешмоба. Его организовал танцевальный коллектив «М-Dance». Поначалу события в зале не выходили за рамки обычного кинопоказа. Погас свет, на экране появилась реклама новинок. Но затем зазвучала музыка из предыдущих картин о Джеймсе Бонде. Из темноты в разных местах зала стали появляться агенты в черном. А затем началось световое шоу. Завершилось действо танцем. Мы долго готовились к мероприятию, ну и зрители были в приятном шоке. Когда наше мероприятие закончилось, к девочкам-танцорам подошел незнакомый мужчина со своей подругой и выразил такой восторг. Он говорил: это просто супер, я такого никогда в нашем городе не видел, пришел в кино, а попал на шоу. Все довольны, я надеюсь, что зрителям тоже понравилось.